Давай. Вы же не думаете, что я старый? Нет, я сниму очки. Ну, вообще-то я эти очки для дела надел. Потому что, смотрите, метод ключ с самого начала. Это для новичков. Это для новичков, которые вообще не знают, что такое ключ, какая последовательность упражнений, какие там приемы, принципы, правила и так далее. В очень яркой, доступной форме. Это для новичков. Потому что очень часто вот новички заходят, они где-то слышат ключ, 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 все там хвалят друг друга, что они пользуются, такие рецензии там везде, во всей сети, и вдруг они не знают, что это такое. Это ключ с самого начала. Это для новичков. А вы знаете, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю о том, что мы делаем сейчас отбор, и все зависит только от вас, друзья мои. Какой вебинар выбрать в первую очередь? Ключ для новичков или, допустим, подготовка к экзаменам. Но это вообще экзамены могут быть любые. Это ЕГЭ, поступление в институт, это может быть там на работу поступить новую, чтобы себя презентовать. Это же тоже как экзамен. Это очень важные вещи. И для разных возрастов. Это вот подготовка к экзаменам. Или, допустим, ну это вообще, ну меня засыпали этими вопросами, можно ли поднять себе успешность в бизнесе там и так далее, и так далее. Я не бизнесмен. Ну, я обучал очень многих бизнесменов, ей-богу. У меня такие бизнесмены там были, ну, даже представьте, если вы посмотрите там просто в Ютубе мои видео, с кем я там встречаюсь, посмотрите эту ленту, какие у меня были. И, ну, даже трудно сказать, какие у меня только не были. И те, которые башню Федерации строили, и те, которые были первыми миллионерами России. Да, ну да, это же все мои были товарищи, я их тоже обучал, они этим пользовались. Но давайте мы так сделаем. Еще раз я перечислю три вот этих вебинара. Значит, метод ключ с самого начала, бизнес без стресса, ну или в любом порядке, да, или экзамены на отлично легко. Итак, сейчас в сетях посмотрите вот это объявление и проголосуйте, что вы хотите в первую очередь, и вы это получите. А я буду знать, что вам это нужно, и поэтому сосредоточусь и дам так, как даже вы не ожидали, потому что я всегда говорю что-то там новое. Что-то новое. Ну, увидите там. Давайте. Все зависит от вас.